27 июня, Савельево, братовщина. Вот такой ночной улов у Максима с Богданом. Сейчас зададим им несколько вопросов. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот смотрю, ночью вы порыбачили, и крупненькие у вас есть рыбки. Улов составил 21 килограмм. Может, традиционный вопрос, может быть, все-таки какой-то секрет для наших будущих рыбаков откроете? По мере возможности. Кормиться, кормиться и кормиться. Все это буквально доловили за час, за полтора. В одной точке. В одной точке за утро. То есть ночью сидели, кормили. Подобрали ключик и немножко везения. Правильно, клипсуйтесь, кормитесь, и все будет хорошо. Целой рыбалкой довольны? Все супер. Прекрасно. Отдохнули отлично. И может быть есть к нам какие-то пожелания? Не пожалеете, все сюда езжайте. Какие-то пожелания может к нам есть? Расширяйтесь. Все отлично. Все супер. Дай бог побольше вам хороших рыбаков. А рыбакам хороших уловов. Спасибо вам за теплые слова. Мы всегда рады вас видеть. Приезжайте к нам еще. Обязательно. Ждем вас. До свидания. До свидания.